Простите, у вас свободно? Пожалуйста. Шум. А вы здесь первый раз? Засиделась в лаборатории. Домой идти не хочется. И ужин готовить не хочется. Вот, изобрела. У меня тоже. Родители уехали. Чего дома делать нам? Ну, если дело в ужин. А в чем? В чем? Устала, как лыска. Поэтому хочется просто раскомплексоваться. Меня зовут Владик. Владислав. Ирина. Извините. Позвольте мне, как мужчине, угостить вас ужином. Джентльмен? Я токарь. Прошу. Слушай, а что вы посоветуете? Но для вас могу предложить немножко. Хорошо. Что? Немножко. Маринованное. Хорошо. И бутылку шампанского. Вы будете пить шампанское? Конечно, вместе с вами. Но если мужчина пьет водку. Значит, водочку. Хочется. Тишины, да? Полумрак. Полутон. Вы же хотели раскомплексоваться. Ну, духовно. Я вас понимаю. Нет. Вам нас нравится? Очень. Я очень рад нашей встрече. Взаимно. Нет, спасибо, больше не надо. Владик, добудьте мне сигарет. Да, сейчас, на официант. Ну-ну, вы теперь дозовешься. Ну, стремите к вам. Давайте я сама. У вас спичка есть? Спасибо. Знаете, у меня есть тост. Я не знаю, как сказать. Слов не нахожу. Да люди говорят словами, когда нечего сказать взглядом. Ну, в общем, знаете, у меня сегодня счастливый день. Чему же? Потому что я встретил вас. Давайте.
Что вы так смотрите? Пойдемте потанцуем. Танцуем? Здорово, что я вас встретил. А я не здесь. А где же? Ну, физически я здесь. А мысли, душа, лаборатория. А где вы работаете? Я генетик. Вам плохо? Нет, иди на спалку. Вам плохо, Владик. Может, на улицу выйдем, Владик? Владик! Владик! А? Вам плохо. Нет. Входите. Я к дежурному обратился, он к вам послал. Ну, пожалуйста. Проходите. Пожалуйста. Я слушаю. Ну, я не жаловаться пришел. Нет. Просто поговорить. Ну что ж, можно и просто поговорить. Была бы тема любопытная. Как вас зовут? Владик. Капличников Владислав Петрович. Садитесь, Владислав Петрович. Спасибо. Понимаете, первый раз подобным образом ночевал. Родители вот уехали. Что-то я не понимаю, что подобным образом. Садитесь, садитесь. Ну, в сквере, на лавочке. Ну, значит так, Владик, давай поподробнее все и с самого начала. Ну, смелей. Познакомился вчера с девушкой. Так, ну, подробнее. Где познакомился? В ресторане. В ресторане? Она подошла? Да нет, почему же? Ну, я сам подошел. Зовут ее Ириной. Ну, дальше опиши внешность. Такая рыженькая. Фигура? Такая ногастая. Ногастая, значит. Да, и глазастая. И глазастая. Замечательно. А где работает, сказал? Да ученые. Ну, в общем, очень серьезные. Ну, давай дальше. Слушай. Ну, так вот, я и пришел поговорить. Понимаете, выпил-то я всего 2 рюмки. Это так. Хорошо помню. И вдруг как отключился. Почти ничего не помню. Я слушаю. Так, а до сквера ты как дошел? Сам ведь не мог. Ну, до сквера могла она тебя благородно довести. А потом надоело ей ждать. Вид в каком-то состоянии, потом холодно очень и ушла. А вот сам-то ты что по этому поводу думаешь? Не знаю. Не знаю, поэтому и пришел к вам. Документы все целы при мне. Вот денег 120 рублей, как не бывало. 120? Да. Так что, обокрали меня, пока я в сквере сидел? А может, сам где выронил?
Ничего не помню, как в мешок зашито. Ладно, Владислав Петрович, давай сделаем так. Подробно, только очень подробно. Напиши все. Каждую деталь, каждую мелочь, чтобы помнил. Алло. А, Леденцов. Очень хорошо, что ты позвонил. Ты сейчас где находишься? Так. А когда освободишься? Ну, понятно. Сразу же. Как свободен, сразу ко мне. Да, я сделал. Очень может быть, что ты мне понадобишься. Буду у себя. Будь. А вот если официанты опознаешь? Да, такой щупленький, шустрый такой. Хотя, нет, не помню. Ну, а ее? Ну, ее, конечно, опознаю. Может быть. Здравствуй, Сергей. Здорово. Ты что такой хмурый? Не до улыбок. Не люблю людей, которые не улыбаются. Трудно с ними работать. Я вчера разговаривал с одним завмагом. Он мне все время улыбался. Знаешь почему? Недостача у него крупная. Но он не улыбался, он ухмылялся. Здравствуй, Гвоздикина. Между прочим, Вадим Михайлович, моя фамилия происходит не от Гвоздя, а от Гвоздики. Это существенная разница. Здравствуй, Гвоздикина. Вам прокурор дельце прислал. Распишитесь. Тощее-то какое. Ой, зато непонятное. Да? Да. Как дела на юрфаке? Держусь. Наука как? Спасибо. У меня, кстати, практика начинается скоро. К вам нельзя? В уголовный розыск? Да. А что? У вас дела интересные. Это у него дела интересные. Ну, почему с ним тоже очень интересно? Спасибо. Спасибо. Гвоздикина, до свидания. До свидания, Владимир Михайлович. Сергей, опять аналогичный случай, уже третий, за столь короткий срок. Снова подобрали? На этот раз сам пришел. Ознакомься. Капличников Владислав Токарь. Сколько у него взяли? 120. Стало быть, уже трое потерпевших. Да ведь есть и те, которые в милицию не обращаются. Наверняка. А теперь какая? Рыжая, Сергей Георгиевич, рыжая. Ух ты! Спаси, помилуй. Значит, рыжая, с белой челкой и кудлатенькая. Трое? Тут уж не скажешь, что мужики с перебоя потеряли. Вот как они это делают? Все потерпевшие пили по 3-4 рюмки. Да. Водку. Ну, какая разница, что пили? Ну, какая? Водка бесцветная. И букета? Букета не имеет. Ну, и что? Все потерпевшие отмечают сходное состояние. Сперва клонит в сон, а потом ничего не помнит. Да, так. Так ты что думаешь, снотворное? Как женщина может обворовать мужчину? Молча. Его же надо везти на квартиру. Запомнит адрес. Напоить? Так ведь не каждый пьет.
А потом еще обшарить, залезть в карманы и выпроводить в конце. Это морока. А тут в графинчик подсыпал, и все. Веди куда хочешь, в скверик, в парадную. Удобно, просто. Ты, кстати, обратил внимание, они ведь втроем-то не орудуют. Втроем надо было трех мужиков брать. А ну-ка, все заснут. Сразу-то. Опасно. Опасно. Один иди и жалуйся. Кто пьяному поверит? Похоже. Да похоже. Ты, если их ко мне повезешь, не сажай в одну машину. Кого? Рыженькую, щелкой и кудлатенькую. Шутите все, Сергей Юрьевич. Ну, я, брат, не верил, что уголовный розыск. Да в твоем лице. Трех мошенниц в ресторане не взял. Слабо верится. Вот я сегодня туда сам пойду. Да. Ну-ну. Удачи. Если она переменила ресторан, ну и больше ж никто не заявлял. Заявит далеко не каждый. Правильно сделаете. Почему? Вы знаете, ходить знакомиться в рестораны это. Да. А если парень работает в мужском коллективе, как, скажем, у нас? Ты, например, где с девушками знакомишься? Я, товарищ капитан, с девушками знакомлюсь во время обысков, на облавах, в засадах, в погонях. Посмотрите на рыженькую девушку. И с кем же ты там знакомишься? Где? Вот недавно с красавицей познакомился. Вот, прошло. И что же красавица? Она действительно кого-то ищет и поджидает. Красавица оказалась дочерью того самого жулика, которого я разыскивал. Товарищ капитан, она села. Вижу. Я пошел, Леленцов. Смотри, вон. Есть. Одна скучаете? Одна. Ждала инженера. Сдержался. Ну, не огорчайтесь. Я тоже дипломат. Бываете за рубежом? Ну, а как же. Вот буквально сегодня прилетел с острова Фиджи. Что, красивые там девушки? Фиджихи-то? Одну секундочку, пожалуйста. Плиз, устрицы, лангусты, омары. Нету? Могу предложить немножко. Но тогда так. Фрукты? Немножко вина и пальмовый вот. Sorry, sir. Что? Хорошо, сэр, пальмовый. Давайте возьмем. И по возможности. А, да, мы с вами. Да, мы с вами. Тогда быстро. А
как зовут даму? Ну, Верой. Очень красивое имя. А меня, ну, Генри. Очень красивое имя. Спасибо. Да. Вы следователь Рябинин? Да. Мне нужно поговорить с вами. Пожалуйста, прошу вас. Слушаю. Да. Садитесь, садитесь. 8 лет назад я вышла замуж. Он меня любил, я его тоже. Но за все эти 8 лет он ни дня, ни вечера не был дома. Только ночует. Да и то не всегда. Как жилец с постоянной пропиской. Что же, он проводит время с другими женщинами? Нет. Нет? Нет. Пьет, играет в карты, ворует? Нет. Бьет вас? Нет, нет, нет. Мы этим не занимаемся. Как-то не приходилось. А кто этим занимается? К сожалению, никто. Ну, вы не волнуйтесь, я попробую вам помочь. Правда, чисто психологически, но попытаюсь. Скажите, в конце-то концов, чем он занимается? Говорит, работает. А, вот, все-таки работает, да? Работает. Это хорошо. А вот я... Скажите, разве можно вот ради работы забросить любимого человека? Ну, бывают такие работы, которые засасывают хуже пьянства. Неужели, Лев? А, например? Я не знаю, какая работа у вашего мужа. У меня, например, такая. Тяжело? Тяжело. Кого-нибудь не поймать? Не поймать? Наверное, женщину. Женщину? А мужчине женщину никогда не поймать. Можно. Устал? Устал. Ты сегодня ел? Ел? Да нет, вроде нет. Ну ладно, пойдем домой. Не-не-не-не-не-не. Ну, значит, теперь я буду пить в одиночестве. Если не возражаете, я пересяду к вам. Ощущение, что я все время мешаю нашему соседу. Верочка, а вы
какой области подвязаетесь? А? Где работаете, спрашиваю? В пищевой промышленности. Ага. Надеваете эскимо на палочки, да? Простите. Нет. Потрошу курей на птицеферме. А я вот дипломат. Да, Фиджи. Мне нужно сходить позвонить. На Фиджи, что ли? Что с вами? Вам плохо? Что с вами? Что с ним? Что с вами? Сказать, дай Вадиму трубку. Так в том-то и дело, спит он, Сергей Георгиевич. Не понял. Я звоню из ресторана. Та же самая история, понимаете? Ну что делать? Иди тоже спать. Завтра разберемся. Сергей, ты меня видишь? Вижу, Мария Федоровна. Только взгляд у тебя отсутствующий. Думаю. О чем? О восточной мудрости. Сам сочинил. Потерял час, потерял день. Потерял день, потерял месяц. Потерял месяц, потерял год. Угу. Потерял год, потерял жизнь. Вот ты все думаешь о своих ресторанных обиралах, а остальные твои дела лежат. Лежат, Мария Федоровна. Хорошо лежат. С утра у прокурора был. Ну что, все грехи припомнил. Дело на месте стоит. Дескать, во всем твой характер виноват. Характер у тебя неплохой. Во всяком случае, он есть. Спасибо. А какой вообще человек без характера? Только при твоем характере тебя постоянно на чем-нибудь заклинивает. А заклинишься на одном, упустишь все сроки остальные. Ты никак до одного никак ты не могу додуматься. В ресторане три девицы орудуют. Ни одну поймать не волю. Как это? Петельников, оперативник, толковый, опытный? Да, Вадим, опытный. А нет, не получается что-то, до чего-то догадаться не можем. Вот был у меня один случай. Месяц ломала голову,
как взять одного гастролера. Объявил розыск, сама лично в засаду ходила. Ребят из уголовного розыска издергала. И вдруг, что ты думаешь, является сам лично гастролер ко мне в кабинет. С рюкзаком, обросший, голодный. Не могу, говорит, как кот шаудивый по подвалам прятаться. Аиты с рюкзаками не придут. Сережа, тебе нужно отвлечься, отстраниться, а потом на свежую голову. От кого слышу? А вы сами давно отвлекались? Как это? А вот, как это, даже не знаете, как это. В музей, в театр, в кино. Как это? Надо вспомнить. Вспомните. А в отпуск когда? Ах, Сережа, Сережа, ну что мне там покажут в этих театрах, кино, какую-нибудь выдуманную, вымученную историю? Из нашей жизни. Я сама могу порассказать столько, что на 100 серий хватит. Вот, кстати, вчера поехал на происшествие в квартиру. Ну, захожу. Гарнитуры, портьеры, хрусталь, ковры, книги, бары, молодая красивая женщина. Запах французских духов. И посреди всего этого труп. Здравствуйте. Здравствуйте, Марья Федоровна. Привет, ребята. Ну, ладно, Сережа. Здравствуйте, здравствуйте. Ладно, я понеслась? Да. А ты не переживай. Да нет, все не буду. Все перемелится, береги нервы. Хорошо, попробую. Ну, здравствуйте. Ну что, заходите. Прошу вас к нашему столу. Садитесь, не стесняйтесь, будьте как дома. Не нравится мне твое лицо. Мне тоже оно не нравится. Знаешь, что японцы говорят в таком случае? Человек потерял свое лицо. Да ничего я не потерял. Кроме нее. Где спал? У меня. Я товарища капитана отвез к себе. Тебе бы сейчас чайку попить. Да еще поспать часов 5. Хватит уже, спал 10 часов кряду. Что такое? Что? Что? Жутко, брат. Попал в лапы дамской мафии. Это ты-то. Слушай, Сергей Георгиевич, меня сейчас как-то на юмор не тянет. А напрасно, тебе его сейчас как раз и не хватает. Ну, капитан. Капитан, улыбнитесь. Товарищ капитан может сейчас только ухмыляться. Ну, ты сиди и помалкивай. Тебе нужно было не меня хватать. Тебе-то нужно как раз было ее хватать. Я за вас испугался, товарищ капитан. А что ты за меня испугался-то? Что ты испугался за него? Черт, ума не приложу. Я просто ума не приложу. Вот когда она успела это снотворное подсыпать? Вы ведь с рыжей глаз не сводили. Что рыжая? Я проверял ее потом. Гражданка с мужем. Серьезно? С мужем? Ребята, я вас не понимаю. Вы профессиональные борцы с преступностью. Ну неужели вам не надоел стандарт? А тут достойный противник, наконец. Да что вы, а? Слушай, их не трое работает. Их четверо. Сергей Георгиевич, это какая-то телепатия, гипноз, наваждение. Летающие тарелки. Так, есть величины постоянные, есть переменные. Рост. Да, разные. Хотя нет, одинаковые, приблизительно одинаковые. Ну, плюс-минус каблуки, да? Комплекция. Ну, какая? Ну, по утверждению очевидцев, из рассказа потерпевших, ну, где-то, да, приблизительно одинаковые. Так, глаза. Двое запомнили, что голубые, двое вообще ничего не помнят. Ну, в общем, рост, глаза,
комплекция, все примерно одинаково. Совпадает? Ну, в общем, да. Как совпадает? А брови, а волосы? Совершенно разные. Это величины переменные. Век синтетики и косметики нарисовать ничего не стоит. Никакого труда. Так вы что ж думаете, что одна? Одна. Да нет, Сергей, какая одна? У этой Веры, у нее волосы для нее еще нет. Там абсолютно это не совпадает. У Тамары родинка большая. Как Тамары, Веры, Клавы, это все одно лицо. Одно. Ну так тогда нам легче. Стойте. Она не заметила. Не сообразила она, что вы из милиции, нет? Да нет, вряд ли. Я подбежал помочь, так сделал бы любой человек. Короче так, мужики. Если мы ее не поймаем, я ухожу из уголовного розыска. Я с вами, товарищ капитан. Ну, уйдем вместе. Все. А кто работать будет? Все, за дело. Погоним. Скажу так. А Черкасову. Как бывает в жизни, вот именно с первого взгляда, один к одному, значит, посмотрел, и все. Что значит один к одному? То один к одному, значит, в смысле, тик в тик. Ай ты, тютелька в тютельку. Тютелька в тютельку. Знаешь, я тебе скажу, такие как курики, то есть я на улице не валялся. Да, ну. Повезло тебе. Слушай, я видала. Где? Пивного ларька. Ты меня оскорбила до глубины мозга костей. Батюшки, а ты выпей. Выпей. Выпей, миленький, выпей. А с тобой хоть керосин. Слушай, так ты сиди прямо, сиди прямо, миленький. Сиди прямо, вот так, сиди. Куритель сидит, стоит и ходит, и живет. Да. Начинаем. Она здесь взяла клиента. Ну, точно она. Не ошибся? Я теперь ее лицо до смерти буду помнить. Осторожно, Вадим, смотри, не покажись ей. Ну, все идет в норме. Я буду позванивать. Я так скажу, только тебе скажу. У меня сложная душа. Какой сложный. Ну, какая у тебя такая сложная душа? Ведь ее звать это. У меня. Она... Понимаешь, ну не с кем просто, не понимаю. Кто она-то? Кто? Жена. Ты что, жена? Четвертая. Оказалось, хуже всех тех предыдущих троих вместе ждет. Иди ты. Твоей-то сложно витевать в душе. Ну, она... Она, понимаешь, она смазливая, она тупая. Вот как, видишь, к ней... Простите, пожалуйста, вы рассчитаться не желаете? Мы скоро закрываемся, к сожалению. Держи. Так, одну секундочку. Да, все. Нормально все. Парень, слушай, иди сюда. А ну-ка, иди сюда. Официант. Почему не официант? Да вот прибор они так поставят. Манеры у тебя киношные. Так извините, девушка, я ученик на практике. Ну вот, ты, слушай, вот, учись, да? Учись. Но не обсчитывай. Я вот этого не люблю. Хорошо, договорились. Смотрел мне. Ну
что, витиеватый, пойдем, что ли? У тебя хата-то есть? Хата? А тебя сойдет. Ну, там найдет что-нибудь там у тебя? Ну, пойдем, пойдем, и витиеватенький, пойдем, миленький, пойдем. Давай сближаться, как ты живешь. Сближаться, пойдем, мой хороший, ну, пойдем. Как ты живешь? Давай, только прямо, нет, прямо. Если хоть прямо, прямо, я нормально. Вот так, вот. Нормально. Оставим салфеточку здесь. Подожди. Ну, как ты живешь? Ну, скажи, как ты живешь? Сближаться. Товарищ капитан, они поехали к ней на квартиру. Быстро в машину. Есть. Я. Они уходят. Договорились к ней домой. Черт, кто-то ее спугнул, что ли? Нет, вроде некому. Может быть, только официант? Леденцов. Ну, что будем делать? Они вышли на набережную и ищут такси. Вадим, надо не только поймать, но еще и доказать. Да нет, теперь все, из квартиры она никуда не денется. Дождитесь Курикина внизу. Он пойдет туда с деньгами, а выйдет без них. Вот тогда и возьмем. Наверное, час уж тут торчим. Мы с тобой, Леденцов, уже до зимы достояли. Боюсь, что всю ночь тут протопчемся. И холодно. Ты грейся. Грейся, Леденцов. Действуй. Каким действием? Движением. Рук, что ли? Нет, мысли. Думай о чем-нибудь. Я и думаю, товарищ капитан. О чем? Почему из-за какой-то дрянной девчонки должен страдать цветущий и вполне положительный мужчина? А почему ты считаешь, что я клиент положительный? Я себя имею в виду, товарищ капитан. Ах, вот так вот. Да, вот так вот. О! Отужинали. Быстро они. Что быстро? Отужинали. Спокойно. Что делать? Что делать? Уголовный розыск. Я сердце. Ваши документы, гражданин, предъявите. Что делать? Что делать? Просто. На каком основании? Это... Да стойте прямо. Если курики стоит, ходит и живет прямо. А в чем дело? Я пил на соне, ребята. Тише, 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 тише. Что там? Тише, гражданин Курикин. Слушайте, меня гляди. Завтра мы вам все объясним. Все правильно. Все. Так, а теперь попытайтесь вразумительно ответить на наши вопросы. Yes. У вас деньги были? Деньги у вас были? Что значит были? У меня есть 800 рублей на кухонный гарнитур. Они целы? А как же? Только печки 50... Прогуляла 800. А что я делаю? Покажите деньги. Ну, быстро, быстро покажите. Ну, покажи. Что? Что, ну, знаешь, что покажи? Вот это покажи. Пожалуйста. А вот я смотрел уже, да? Нет. Карманчики на спине. Я сейчас покажу. Супруга пришла. Ты сам. Сидеть! 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 Сидеть!
Тихо, люди спят. Тихо, гражданин Курикин. Где деньги, знаем мы. Теперь это наши проблемы. Так, Леденцов, быстро проводи гражданина Курикина в машину. Потом бери двух понятых и живу в квартиру. А я задержу, пока на деньги не спят. Без истерик, тише. Тихо, кухонный гарнитур. Гражданин Курикин, пройдем в машину. Гражданин Курикин. Там снег на улице. Ну, пройдемте в машину, там сухо, снега нету. А на улице снег, на машине. А где ваши ботинки? К ней муж пришел. Что? К ней муж пришел. Муж мы не ждали. Чего? Вам кого? Здравствуй. Вера. Я вас не знаю. Ну как же? Гена, я дипломат с Фиджи. Вы ошиблись? Ошиблись адресом. Спокойно. Уголовный розыск. Документы предъявите. Дверь-то закройте. Не надо закрывать дверь, сейчас понятые придут. Туда ходить не надо. До обыска. Одеться-то можно? Можно, вот там. Может, вернешься? Ну что, долго еще? Ну все, что ли? Я сейчас обернусь. Ушла. Как ушла? Через черный ход ушла. Как ушла? Ты черт, ведь знал же, с кем имеешь дело-то. Ну, отвыкли мы от этих старых домов, от черных лестниц, отвыкли. Ладно, стул тут ни при чем. Висельница, навеска на стенке. Буратино читал? Вот тебе дверь. Кирьянин, ведь больше такого случая никогда не представится. Справка выдана сотруднице НИИ ХИМ Карповой А.М. Ищи.
Здравствуйте. Здравствуйте. Уголовный розыск. Понятно. Прошу вас. Спасибо. Чем могу служить? Очень даже можете. Как ваше имя, отчество? Петр Степанович. Петр Степанович. Петр Степанович, мне нужно поговорить с вашей сотрудницей. Карповой А.М. В каком отделе работает? Не знаю. Рабочие, служащие. Нет, только не рабочие. Ну что ж, посмотрим. В служащих. Кука. Карпова. Карпова. Вы знаете, такой служащий нет. Минуточку. Взгляните на эту бумажку. Справка наша, выдана в жилконтору. Справка ваша. Товарищ Петельников, у нас ведь НИИ, и у нас в основном трудятся научные сотрудники. Совсем упустил из виду. Ну что ж, смотрите тогда среднетехнический персонал. Так, техники, лаборанты. Карпова. Карпова. Нет. Тогда среди ученых. Младших или старших? Младших. Младших. Менессы. Менессы. Карп. Вот Карпов есть, а Карпова нет. Ну что, смотреть в старших научных сотрудниках? Старшие это что, доктора наук? В основном, да. Да. Нет, не стоит. И что же получается, Петр Степанович, что, значит, эта бумага выдана фиктивному лицу? Петр Степанович, ой, извиняюсь, я хотела прибрать. Ну ладно, я потом, я тут рядышком. Подождите, кто вам нужен? Карпова, Карпова, А.М. Анна Михайловна. Ну так бы сразу и сказали. Анна Михайловна, на минутку. Вот Анна Михайловна Карпова, наша уборщица. Нюра, это к тебе. Милая, да? Мне сюда, что ли? А что у вас тут? Рябинин. Сюда. А, спасибо. Здрасте. Здрасте. Рабела, первый раз в вашем учреждении. Да что, Анна Михайловна? Не волнуйтесь, прошу вас, проходите сюда. Отсоедитесь здесь. Да вы успокойтесь. Что вы? Анна Михайловна, вы знаете, зачем вас сюда вызвали? Петр Степанович сказал, я справку потеряла. Ну ничего, справку-то мы нашли, вернем. Вот что хочу спросить. Вы сейчас где живете? У сестры, младшей. Так. А в вашей квартире кто живет? Девка. Какая девка? Сижу это я как-то раз в садочке около своего дома. А она и подходит. Кто она? Девка. Обыкновенная, неизвестная. И плачет. Плачет, плачет. В командировку, говорит, приехала, а в гостиницу не попасть. Так в машине всю ночь и спала. А в какой машине?
В своей. Она на машине приехала. Вы машину-то видели? Нет, но девка сказывала про свою легковушку. А чего не пустить? Чего не пустить, если квартира все равно пустует? Откуда? И без прописки ведь? Ну да. Откуда она приехала? Как фамилия? Где работает? Вот говорила она. Запамятовала я. Ой. Ой, да ну. Обидно. А вы в паспорт-то заглянули? А зачем в паспорт-то? Ведь все равно без прописки-то. Ну да. А внешность ее описать можете? Обыкновенная. Ух, обыкновенная. Люди-то все разные. Так люди-то разные, а девки-то все на одно лицо. Да. Ай-я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 й. Так, вот давайте так поставим вопрос. Какого она роста? Росту с Филимониху будет. С какую Филимониху? Филимониха, дворничиха наша. Анна Михайловна, я-то вашу Филимониху не знаю. Ну, какая-то маленькая, средняя, высокая такая. Так, милый, не мерила я. Так и я не мерил. А волосы-то у нее хоть какие? Волосы-то вот... волосы такие вот... ну, вот как у тебя, такие несуразные. А глаза? Глаза обыкновенные, щелочками. Какого хоть цвета? Ну, какого цвета? У их, у девок-то все одинаковые глаза такие вот пестрые. Узнать ее можете? Ой, да что ты. Да я ведь ее только два раза видела. Зачем же, Анна Михайловна, пускаете в себе в комнату незнакомую девицу? М? А ты плачущему человеку не помог бы? Помог. Ну, а как же вы ничего не помните? Вы же общаетесь с клиентами, вы подаете на стол, рассчитываетесь. Ну, я понимаю, если бы у него был какой-нибудь, ну, я не знаю, шрам или какой-нибудь другой дефект, а то... Ну, это девушка с разной внешностью, но с одним лицом. Ну, понимаете, пришла девушка с одной внешностью, с одним лицом, а отлучилась, извиняюсь, в туалет, и пришла с другой внешностью, с другим лицом. Ну, одно слово, макияж. Ну, между прочим, эта девушка была из числа завсегдатаев этого заведения. Да, наш ресторан, он хоть и отдаленный, но популярный, завсегдатаев много. Нет, конечно, бывали случаи перепития, но после известного постановления... Это не касается дела. Меня это совершенно не интересует. Короче, вы ничего не помните. Да нет. Почему? Чего же не помню? Помню, как вы вот тут, извиняюсь, лицом в гарнир. Да, ну, товарищ, вы свободны. Спасибо. 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 А может закусить? Есть миножки свежие? No, миножки. Пардон. А может, коньячку? А сейчас который час? Да. Понял. Пошли, Гунцов. Ну, здорово. Вот и расслабься. Для второго упражнения... Сколько в городе ресторанов? А вы думаете, она сменила ресторан? Я думаю, Леденцов, что она изобретет что-нибудь такое, что нам с тобой в голову не придет. Не поймать нам ее, Леденцов. Это почему?
Потому что у нее криминальный талант. Сережа, ты сейчас дома? Не понял. Дома? Сидишь на кухне. На кухне? Отдыхаешь. Отдыхаю. Ты врешь, Сережа. Ты второй час смотришь в стенку. Ты думаешь, ты работаешь. И тебя здесь нет. Я в пол смотрю, не в стенку. Вообще, надо что-то делать. Что делать? Ты живешь на износ. Подумаешь, мошенницу какую-то не поймать. Ты и себя изводишь, и меня тоже. Лида, мы с тобой в свое время договорились. Если возненавидишь мою работу, скажешь, и я... Сережа, если я возненавижу твою работу, то я тебе никогда не скажу. Это еще почему? Потому что ты бросишь меня, а не работу. А ты в ней будешь рваться между нами. Это изнеможение. Тут ты сейчас никуда не рвусь. Сережа, надо подумать о своем здоровье. Можно жить долго и нудно. Или кратко, но интересно. А нельзя жить долго и интересно? Можно, если бегать трусой. А я серьезно. А если серьезно, то моя работа требует постоянных размышлений. Сережа, если ты помнишь, я работаю в науке. Да? Да. Помню. И вот даже ученые, которым положено размышлять, живут нормальной жизнью. Мой начальник, доктор наук, приходит на работу к 11, по ночам спит. Ну? Ну. Бывает же так. Бывает, Сережа, бывает. И получает больше тебя. Это существенно. Вообще ученым легче. Природа, она скрывает свои тайны. Но не мешает их добывать. А преступники не только скрывают, но еще и противодействуют. Вот ради чего? Ради чего и кого вы защищаете? Закон защищает всех. Зачем? Ты прекрасна. Да. Ну, конечно. Я понимаю тебя. Бывают. Что грабят не самого честного. Поколотят весьма неважного человека. Ну, еще хуже, убьют. Не самого лучшего. Это бывает. Зачем защищать аморальных людей? Среди потерпевших были люди разные. Не только аморальные. Я бы защищала только хороших. А как отличить хорошего от плохого? По характеристике с места работы. Ой, как здорово. Но мне бы тогда моя начальство никогда бы не дала хорошей характеристики. Тебе-то? Мне-то. Ой. Погладь, погладь еще. Вот, еще. Еще. Сережа. Что, Сережа, с этой прохвосткой разделаться никак не могу. Ну, ты же обещал. Что? Обещал сегодня вечером не работать. Я работаю? Работаешь. И не приносить бумаг. Я ни одной бумажки не принес. Ой, Сережа. Что ты в самом деле на ночь? Ой, да. Я не работаю. Вот только... Спокойно. Спокойно. Что только? Петельников заглянет. Подожди.
как Петельников. Ну так. Ну, 11 часов. Да, на часок. Зачем он придет? Мало ли зачем. Человек холостой, чайку попить. Все. Обманываешь. Работать будете? Да не возьмем мы ни одной бумажки в руку. Ой. Чайку попьем. Да пейте. Я пошла спать. Не рано. Не сердитесь. Здорово, Георгиевич. Здорово. Че так срочно? Дело есть. Угу. Сдевайся. Спит? Супруга. Понял. Сердится. Ничего. Обойдемся. Сейчас чайку попьем и пойдешь домой. Да не пью я чаек-то на ночь. Надо. А, понял. Раз надо. Садись. Спасибо. Чайку. Не буду я чай, Сережа. Говори, зачем звал. Идея прорезалась. О, это именно то, что нам сейчас не хватает. Замечал, пьяницы, попадающие в отрезвитель, иногда называются другими лицами. Ну, правильно, чтоб штраф не платить. Допустим. Но фантазии у них на это дело бедновато как-то, понимаешь? И они зачастую используют какие-то уже известные, привычные реалии. Не улавливаю, честно говоря. Сейчас ловишь. Если человек хочет скрыть свое имя, он либо свое как-нибудь так, ну, переделывает, собственное, либо берет имя знакомого, приятеля. Понимаешь? То же самое и с работой, и с места жительства. А, это верно, у подростков всегда так. Воображение дар редкий. Ну, а какое это имеет отношение к нашей воровке конкретно? Какое? У нас четверо пострадавших. Что она тебе сказала? Где работает? Курей потрошит. В пищевой промышленности она работает. Так, Владику в науке. Курикину в театре оперетты. Этому самому северянину с усами в торговле. А гражданину Грядкину водительница такси. Ну? Замечаешь некоторое нарушение ряда? Касаемо Грядкина? Ну, везде она. Она нигде не говорила свою должность. А тут так в лоб конкретность такая. Водительница такси, да еще заявляет, что она единственная в таксопарке. Ну, это же не довод. Ну, брякнул, первое, что ей пришло в голову. А уборщица-то она что сказала? Что спала в машине. Два раза машина упоминается. Ты что, думаешь, что она водитель такси, что ли? Я не думаю, ничего не думаю. Просто вполне возможно, что среди ее знакомых есть водительница такси. Чего тут непонятно? Ну, Сережа, я ожидал идеи. Что... Какой идеи ты ожидал? Стопроцентной. А у тебя что, есть другая, что ли? У меня нет, за идеями я к тебе прихожу. Ну и долго ты будешь орать? Да не ору, а вот он орет. Ты долго будешь орать? Че ты вообще расселся и орешь? Чай, выпей чайку. А? Капитан. Ну, что ты узнал в этом таксопарке? Значит так, у них всего 12 женщин-таксистов. Так. Иванова, 48 лет. Комлева с мужем и детьми отдыхает сейчас в Крыму. Так.
Назарова, секретарь комсомольской организации. Как? Дальше. Иванишко, беременность на 8-м месяце. Угу. Дальше Тюнина, 25 лет, не замужем. Подожди, дальше... стоп. Ты фотографии смотрел? Фотографии смотрел, ни одна не подходит. А вот это последняя, Тюнина. Ну, она выше ростом, товарищ капитан. Так давай прикинем, кто вот из этой пятерки может как-то быть связан с нашей подопечной. Так, значит, первая кто? Первая Иванова, да. Иванова, но она гораздо старше ее по возрасту, это отпадает. Так, следующая отдыхает в Крыму, муж, дети, ну что, солидный человек, по всей видимости. Вряд ли она будет связываться с преступницей. Ну вот Иванишка, она молодая, но у нее муж служит в милиции. Значит, отпадает. Так, и последняя, вот комсомольский вожак, лидер, Назарова, да? Да, Назарова. Ну, это уже вряд ли она может с ней дружить. А что из себя представляет эта Тюнина? Тюнина? Значит, 25 лет, не замужем, 2 прогула в общественной жизни, участия не принимает. Вообще говорят, что лихой шофер. Ну, а если она уехала? Да вон стоит ее машина. А вон и она, товарищ капитан. Тюнина! Ну что? Здравствуйте, Зинаида. Семенна. Семенна. Поговорить бы надо. А, явились. Что значит явились? Значит, не запылились. Выходит, вы нас ждали. Нетерпением. Ну, значит, знаете, кто мы. Ну, как не знать? Ну, это прекрасно. Легче будет разговаривать. А разговора не будет. Ну, как это не будет? Не о чем говорить. А почему вы нам грубите? А почему вы пристаете? Тюнина, мы не пристаем. Нам нужно задать вам несколько вопросов. О чем? О вашей подруге. О какой подруге? Вы же знаете, о какой. А ее уже нет. То есть как это нет? Была и вся вышла. Ну, короче, Тюнина, где она? Так я и сказала. Вы все-таки напрасно с нами так разговариваете. А вы меня не пугайте. Не из пугливых. Ничего не скажу, будьте уверены. Поговорим, значит, в другом месте. Ладно. Я вот отнесу диспетчеру. Поскорей. Да. Женщина. Слушай, Леденцов. А ведь она пошла не к диспетчеру. Подождите, она, по-моему, садится в свою машину. Поехала. Путь бы перекрыли.
Ничего, ничего, Маша. Уйдем. Лучше меня города все равно никто не знает. Миленькая, иди на уличку, ну жми, дорогая, жми. Сергей Георгиевич ошибся, явно ведь ошибся. Они вдвоем подошли. Маша, а вдруг они вооружены? Пропала я. Ну давайте же, ну товарищ капитан, ну быстрее. Я выключусь. Пока. Ну давайте же, ну товарищ капитан, ну быстрее. Маша говорила, что вы шайка. Что вам она еще говорила? Ну, ее втянули в свои дела. Они ее преследуют. Что она боится за свою жизнь. Ей страшно. Где она сейчас? В аэропорту. Я ей деньги дала. В машину. Она что-нибудь натворила? Thank you.
ступай. И корову пасешь. Давай, давай, вперед. Ты устала, я хочу посидеть. Давай, давай, отдохнешь сейчас. Ты меня руками-то не трогай. Он деликатная женщина, не раз говорил. Разрешите? Да. Может, ты не толкайся вообще. Надо деликатно с женщинами. Товарищ следователь, задержанная для допроса доставлена. Вот ее материальчик, Сергей Георгиевич. Здравствуй, Сережа. Здравствуйте. Что ж больше не заходишь? Нашел кого помягче. Я вас впервые вижу. Застеснялся. Его, что ли, боишься? Да не бойся. К бабам все ходят, и прокуроры, и следователи. Дай поцелуй. Ну-ка, ну-ка, что? Ну-ка, не позволяй себе. Ты что, мне рубль должен? Я ж его знаю, на прошлой неделе у меня ночевал. Все равно не позволяй. Нет, ты понимаешь, я беру с работяг по червонцу, а кого высшее образование, по четвертному. Рубль отдай. Стой, нормально. А ладно, не тычь ты меня, неуч. Сержант, вы свободны. Сергей Георгиевич, я в коридоре буду. Хорошо. Сесть-то можно? Зачем, спрашиваете? Ведь уже сели. Интересно, почему следователь сперва начинает на «вы», а потом переходит на «ты»? Я с вами буду на «вы», но и вас попрошу вести себя приличнее. Приличнее? А мы не на свидании. Ну и как? Что как? Как? А никак. Надо. Давайте перейдем к делу. Закурить? Кинмо сперва закурить предлагают. А я вот не курю. Что, и сигаретки нет? Нет. И спичек? Спички есть. Ну, ладно, тогда свою закурю. Чего застеснялся? Людей сажать не стесняешься. Вы себя так ведете. Ой, брось ты меня выкать. Я не иностранная шпионка. Хорошо, давай на «ты». Давай. Фамилия, отчество. Имя, отчество ваше. Че? Твое. Софи Лорен. Прошу серьезно. Че Ваньку крутишь? Знаешь ведь фамилию-то. Человек должен сам назваться, чтобы не было ошибки. Ну что ж, могу и назваться. Матильда Георгиевна Рукотворова. С вранья начинаешь. Видно, трудный разговор будет. Да. Угу. А я на него не напрашивалась. Сам пригласил через сержанта. Не Матильда ты. А кто ж? А Мария. Не Георгиевна, а Гавриловна. Не Рукотворова, а Рукояткина. Зачем врать-то? У меня псевдоним. Ну, ты можешь звать меня Моти. Год рождения. 1901. Прошу отвечать серьезно. А сколько ты дал? Мы не на свидании. На свидании? Там бы ты, как мумия, в очках не сидел бы у меня. Ладно, пиши 25. Образование. Если я расскажу тебе, кто и как меня образовывал, у тебя протоколов не хватит, поэтому пиши. Я про школу. Ах, про школу? Пиши высшее, философское. Размышлять очень люблю. Чего не хочешь писать? Не хочу. Ну, пиши незаконченное высшее. Даже не хватишь. Ай, какой. Ладно, пиши, средний не ошибешься. Незаконченный. Отчего же? Ну, как отчего? Вот твое собственноручное объяснение, так через каждое слово ошибка. А клеветал, о, отдельно, клеветал отдельно. М? А я кончал вечернюю школу при фабрике. А имплант был спущен. На второй год не оставлять и школу не выгонять. У меня и аттестат есть. Ранее судимо? Да, банк ограбила. Почему грубишь? А что ерунду спрашиваешь? Знаешь, что несудимо. Небось, 100 раз проверил. Сколько длится допрос, товарищ капитан? 2 часа, не меньше. Да. Да, мучает суд с ней.
Ничего, и не такие кололись. Конечно, у следователя свои приемы. Какие там приемы? Два приема. Логика и психология. Где работаешь? В Академии наук, а что? Кем же в Академии? Кандидат в наук, затылки чешу. Значит, нигде. Тунеядка. Че тунеядка-то? Домохозяйка что, тунеядка, что ли? Ну, сравнила. Домохозяйка мужу помогает. Да? А если женщина многим мужьям помогает? Знаешь, как это называется? Где ты их принимаешь? У тебя комната в коммунальной квартире. Она виляться. Кто твой отец? Министр. Опять шуточки. А что? Читаешь книжки, кино ходишь. Вдруг оказывается бродяга сына миллионера. Или такая вроде меня дочка артиста или артистки. Или, понимаешь ли, машина лотерею выигрывает. Приятно. Живешь? И все мимо. Так ведь на случай-то надеяться нельзя. Да? Очень даже можно. Вот одна, например, решила ребеночка на благо общества воспитать. Людей, понимаешь ли, не хватает из-за плохой рождаемости. А в транспорте не протолкнешься. Так вот, понимаешь ли, где взять ребеночка? Решил без мужика родить. Как это без мужика? Да так. Оделась поприличнее, пошла в филармонию. Села, ноктюрны с умной рожей слушает. А сама глаз на здоровенного такого парня положила. В антракте подкатывает к нему и говорит. Мужчина, извините, что будучи не представлена к вам, обращаюсь. А парень-то варежку отклячил и предложил ей коктейль через соломинку выпить. И женился на ней. А она и родила. Сама придумала. Ну, их ты, следователь, жизни ты не знаешь. А был случай еще интереснее на нашей улице. На нашей улице жила дворничиха, одинокая. Бедная, на ветру весь день у пищевых отходов. Рожа красная, кто замуж возьмет? Как-то вечером она идет, глядя на панели, мужичишка валяется. Потрепанный такой. Только хотел бабонькам звонить, вытрезвитель. Как он говорит ей, спаси меня, миленькая, от вытрезвителя, век тебя не забуду. Говорит, он мог, а передвигаться не получалось. Вот и поволокла его наша Маруся до своей 12-метровой. Спать уложила. А утром он проснулся, корочкой занюхал, выпил и говорит ей. Ты, Марусь, не думай. Я ведь не гопник, а переодетый директор магазина. Вот остался у нее и до сих пор живет. Знаешь, почему я тебя слушаю? Почему? Все надеюсь, что ты после чужих историй к своим перейдешь. А каким к своим? В которых подозреваетесь, гражданка Рукояткина. Недоразумение. Недоразумение, гражданин следователь. А если подумать? Что думать-то? Рукояткина, неужели тебе не хочется сказать правду? Как бы человек ни обманывал, ему всегда в конце-то концов хочется кому-то открыться. Интересно. По закону я обязана отвечать на такие вопросы? По закону нет. Но если не будешь отвечать, я составлю протокол об отказе от дачи показаний. Это не в твою пользу. Не в мою пользу? Нет. А расскажу, будет в пользу? Да. И ты считаешь, что ты сам подходящий для этого человек? Не то чтобы считаю, я просто вижу и чувствую, что ты хочешь рассказать. Видишь, как ты... Увлекательно тут все. Просто рентген. Я хочу, чтобы тебе легче было. Ну, трепач. Почему же трепач? А врешь, потому что. Врешь. Что я вру? Расскажу, отпустишь меня? Ну, скажи, отпустишь? Че глазки опустил? Говори, отпустишь? Нет, не отпущу. О, первое правдивое слово. Зачем тогда признаваться мне? Чтобы твоей душе легче было, совести, понимаешь? Ах, душе! А у меня кроме души еще и тело есть. Кстати говоря, неплохое. А ты что хочешь, чтобы моя душа ради облегчения заложила тело? А моя душа не такая стерва, лучше потерпит.
Умчитесь прочь мои печали, и вдаль счастливую маня взмахну крылом цыганской шали. Шальная молодость моя, шальная молодость моя. Ля-ля-ля-ля-ля. Что там? Пляшет. Прочь мои печали, и вдаль счастливую маня взмахну крылом цыганской шали. Что она так облучилась? Шальная молодость моя. Показывает разницу между душой и телом. Ты не распускай. Таким мягкого человека умеет рыблеет. А ну сядь! Прилично. Пожалуйста, Сережа. Сними только так. Мымра с трясущейся башкой. Ты знаешь, почему у нее голова трясется? Ее бандит в камере заточенной ложкой по голове ударил. Она из шпаны людей делает. Их подростков воспитала за всю свою жизнь, ни разу не соврала. А ты... Все равно не поймешь, что это. Че она орет-то? Все, хватит. Где ты была 2 октября вечером? Подробно, пожалуйста. Подробно? Хочешь меня на мелочах поймать? Да? Ну так слушай. Очнулась я, а по-вашему проснулась в 12. Как полагается, кофе в постель. Черное, без осадка, без молока, без сахара. Натуральное, свеженамолоченное. Потом бадминтон, массаж, бассейн, сок манго. Я подробно говорю. Я ведь знаю, почему ты выламываешься. Боишься сказать правду? Какую еще правду? Где ты была 2 октября вечером? Где? Смотрела кино. Какое? Широкоформатное, двухсерийное, цветное, звуковое. В каком кинотеатре? Имени Чайковского. Такого нет? Нет. Но тогда в рассвете. Какой фильм шел? Про любовь. В рассвете шел фильм про войну. Ну-ка быстро, где ты была 2 октября вечером? А ты не помню, не помню, не помню, не помню, не помню, не помню. Я тебе сейчас напомню. А ну-ка повернись ко мне. Живо! Полтора часа уже прошло. Значит, не признается. Значит. Так. Ну, потерпевшие отпадают. Они ведь могут ее и не узнать. Да и она наверняка на очной ставке заявит, что видит их впервые. Мы с тобой, Леденцов, как свидетели, тоже не в счет. Потому что милиция – это лица заинтересованные. Вот скажи, не смешно это, а? Сколько преступных эпизодов, а доказательства только косвенные. Ну, теперь все зависит от допроса. Если скажет правду, удастся ему ее расколоть. Ну, узнаем тогда, где деньги. Сама скажет, да? Ну, а как же? А если не скажет? И 120 рублей его как не бывало. Интересно, а куда они подевались? К тебе перекочевали. Да? Кто докажет? Владик. Владик? А чё ж ты меня не предъявил ему? Видать, твой Владик ничего не помнит. Нет тебе доказательств, следователь. Ну, рукоятки. Людей без доказательств не арестовывают. Значит, тебе их маловато? Что глазки опустил? А? Есть тайна следствия. Ох ты, боже мой, тайное следствие. Да не тайное следствие, а тайна следствия. Какая разница, тайная, тайна. Ты же выкрутился, выкрутился. Ладно, я хоть по нужде вру, а ты за оклад. Ну, хорошо. Я тебе еще одно доказательство представлю. Вот и заявление потерпевшего. 6 октября ты была в ресторане? 6 октября была в ресторане? Да. Ну, допустим, была. А что, в ресторан нельзя ходить, что ли?
А чего ты скрываешь тогда? А ты докажешь, что там была 6 октября? Когда бросила человека и убежала. Вот про этот случай я ничегошеньки не знаю. А если он тебя познает? Кто это меня познает? Потерпевший. Ой, боже мой, Таня познала, теперь не познает. Туп-ту, волокёж, следователь. Ладно, ты только повежливее, хорошо? А что ты мне сделаешь-то? Что сделаешь-то? Меры приму. Какие еще меры? Посадишь, так уж сижу. Ох ты, Господи. А вот интересно, скажи, помучились со мной, да? Помучились, нет? Ну, скажи. Помучились. Вот, как приятно слышать. Ну, да ладно. Да. Только тебе сейчас выгоднее-то признаться во всем. Да. Вот да. Выгоду свою упускаю. Выходит, да, упускаешь. Ах ты. Чистосердечное признание, оно ведь... Что, смягчает вину преступника? Смягчает. А вот это дешево, не клюю. Дешево? Угу. А ты дорого стоишь? Че, купить хочешь? Денег-то хватит. Не хами. А то ведь сейчас приглашу понятых. Составим протокол об отказе от дачи показаний. Я ведь тебя уже предупреждал. Ну ладно. Скажу. Все. Все расскажешь? Все. Про каждую сворованную булавочку. Рябинин. Сергей Георгиевич, ну как, продвигается? Да. Поторопитесь. Ну, через полчаса кончу. Да, и пришлю протокол допроса. Да. Итак? Итак. В феврале обчистила пивной ларек. Сколько взяла? 301 рубль 30 копеек. 30 копеек? А, 30 копеек. Смотри, какая точность. Да, в марте хотела пьяного геолога грабануть, да не вышло. Сколько взяла? Да ничего, был уж у супруги. Одна расческа в кармане, та без зубьев. Да, тут состава преступления, пожалуй, не будет. Нет, не будет, да. Ты дальше слушай. В марте квартиру кооперативную. Санузел с подогревом. Что взяла? Да так, пустяки, бриллиантовое колье. Где оно? Сменяла бутылку бормотухи. Выходит, колье-то не натуральное? Ну, колье не знаю, а бормотуха была натуральная. Ты дальше пиши. На Заречной улице жила старушка, вся в кулонах, в браслетах, в кольцах. Так вот я ее шлепнула. Как шлепнула? А так обыкновенно. Старушка, понимаешь ли, зашла в столовую щи покушать. А я ей бух снотворно в тарелочку, пока она пошла за ложечками. Старушка падает, а я кольца-то все с нее снимаю, да кулоны. А то еще, слушай, знаешь, поезд увела. Только машинист пошел пивка попить. Ты что думала, я правда колюсь? Эх ты, следователь. Не так он ее допрашивает. Почему? Потому что надо допрашивать. Он допрашивает. Допрос Леденцов – это прежде всего человеческий разговор. Ну, правильно, но ведь официальный разговор. Официальный человеческий разговор. Не знаю, меня бы никто не провел. Ну да, это что ж так? Потому что я недоверчивый. Запомни, Леденцов, что чаще всего проигрывают дела те следователи, которые не доверяют людям. Ну, а про последний день почему молчишь? От чего последний день? С кем была в ресторане? Не помню. Уэлли. Ну, с мужиком. С мужиком я была. С каким? Обыкновенным, в брюках. Опиши внешность. Внешность. Рост 1,50 м с кепочкой. Глазки вылупленные. Нос вроде обломанной ракеты. Волосы цигейковые, цвета прокисшего пива. И челюсти такие утюгами. Хлоп. Хватит. Фамилия. А я у своих друзей фамилии не спрашиваю. Случай не Курикин? Нет, не Курикин.
Ослов. Нет, Ишаков. Индюков. 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 Что было после ресторана? После ресторана я пошла домой, баньки. А он? А он остался доедать салатик фирменный. Курикин пошел с тобой. Да? Чем это он докажет? Описал то место, куда ты пошла, баньки. Паразит. Ну и как это он там описал? Как? Ну, как водится. Какие вещи, где стоят. Достаточно тебе этого? Ты вызови его и допроси. Все-таки не хочешь сказать правду. А что, Мария, забыла это про Тюнину и Карпову? Ладно, Тюнину не трогай. Она ничего не знает, ни свидетель. Да и Карпова твоя, божий одуванчик. Как ты не можешь понять, что в признаниях смягчает вину, это в голове не укладывается. В камере говорят, как вы смягчаете. Ты их там больше слушай. Они наговорят. На-на-на-на. Там люди опытные. Не опытные, а судимые. Вот, читай. Если еще не разучилась читать. Черным по белому, учитывая чистосердечное признание. А 3 года схлопотал. Разве я тебе сказал, что признаюсь и пойдешь домой? А тогда зачем папу гармонь? Труднее всего допрашивать дурака. Я все что угодно, но не дура. Заявление есть, а доказательств нет. Деньги-то не найдены. Ну, если ты такая умная... Допустим, хорошо. Допустим, другие случаи не доказаны. Но с Курикиным-то... Он описал квартиру. Парики у тебя изъяты. Вещи, одежда найдены. Какой смысл тебе запираться? Слушаю. Слушаю. Сережа. Я не вовремя. Все? Ну, все, все. Из-за меня задерживаешься. Да? Дала тебе работенку. Небось, супруга звонила. Ну, ничего, ладно. Пиши. Я любовь уважаю. Так что пиши. Рисуй смело. Ну, пиши, пиши. Будешь писать, нет? Ну, пиши, пиши. В вестибюле ресторана «Космос» я познакомилась с гражданином Курикиным, который на первый взгляд показался мне порядочным человеком. Он заказал салат ассорти, где было намешано черти что, включая идиотские маслины, мной неуважаемые. Потом он заказал бутылку коньяку и цыплят, которые в детстве болели рахитом, одни сухожилия и перепонки. Потом мы с ним сплясали в стиле диско. Ой, танцует, как овцы бык. А в 22:00 мы отбыли на квартиру гражданки Карповой. Никаких денег я у него не брала и не видела. Все. Все. Ага, все. У меня будут дополнительные вопросы. Валяй. Коньяк пили поровну? Чья лошадь? Так, рюмочку для кайфа, а остальное он. Он сильно опьянел?
Драбадан. Но ходули передвигал. Курикин при тебе расплачивался? Хочешь знать, видела ли я деньги? Так вот, миленький, не видела. Когда мужчина расплачивается, я отворачиваюсь. Бывает, такой жмот тянет из кармана десятку, аж лоб потеет. Что делали дома? О чем говорили? Я с вашим братом, не то что с пьяным, с трезвым-то никогда не разговаривал. Курикин при тебе упоминал, что у него 800 рублей есть. Твой Курикин не то что говорит, мычать не мог. Эй, товарищ капитан, собираюсь на заочное, на юрфак. Мудро. Мудро, мудро. Так вот, с языком у меня плоховато. А ты поднажми. Времени опять же нету. Подсоберись. А вообще ты думаешь, что не рано? В каком смысле? Ну, университет-то, он ведь ума не вложит. Да? А что вложит? Человек сам вот так вот думает. И поумнеет, если думает. Угу. Товарищ капитан, расшифруйте, пожалуйста, намек. Прочти и подпиши, если все. Вот ручка. Так, посмотрим. Вестибюль ресторана «Космос» я познакомилась с гражданином Курикиным. Так, алло, а ты почему не написал, что салат был намешан на черти что? Про маслин идиотский не написал. Про цыплят чахоточных. Где это все? Зачем писать о пустяках? Как это пустяках? В вашем деле нет пустяков. Это мои показания. Что хочу, какое имеет отношение, цыплята были чахоточные или нет? Как это не имеет? Там была осетрина, я ему намекала. Он сквалыга, понимаешь, сквалыга. Вот судьи протокол прочтут, сразу увидят сквалыга. Хорошо, добавишь? Я напишу, добавлю. Так, хорошо. Угу. Вообще учти, твои оценки в протоколе не обязательны. Очень обязательны. Повторяю мои показания, что хочу, то и пишу. Курикин оказался в состоянии сильного алкогольного опьянения. Что ты завернул? Я тебе как сказала? Напился в Драбадан. Я не могу писать протокол на языке жаргона. Что такое Драбадан? Откуда я знаю? Драбадан есть Драбадан. Ну, ты и написал в состоянии сильного алкогольного опьянения. Но Драбадан-то сильнее, чем сильное алкогольное опьянение. Слушай, ты не переживай. Стельку понимают, и Драбадан поймут. Ладно, тебе лучше знать. Так, вернувшись домой, мы легли спать. Я тебе так сказала. Я тебе как сказала? Мы спать завалились? Ну, что же вы делали? Может, мы в шахматы сели играть? А? Может, вы пили романс, я встретил вас? Знаешь что? Как тебе выгодно? Так ты все и нарисовал. Ты знаешь, как это называется? Фуфло! Фуфло! Фуфло, а не протокол. Вот и все. Попей, миленький. Ты мразь! Гопница! Ой! Что с тобой? Сердце. Ты что? Ну-ка. Ну-ка. А-а-а, на помощь! Помогите, скорее на помощь! Я прошу, скорее на помощь! На помощь! Ой! Нахал! Он же нахал, он пользуется положением. Вот дает, а? Ну, следователь. Сержант. Все в порядке. Всю измял. Слушай, я тебя прошу, ты будь поближе. Ну как? Вот сегодня наш крябую жалобу. Мол, следователь Рябинин
предлагал закрыть дело, если я с ним вступлю в связь. О, как? Так тебе и поверили. А у меня есть свидетель. Там тоже не дураки сидят. А, ничего. Жалоба, что пиво. Пил, не пил, а градусом пахнет. Пахнет, пахнет. Что, сержант, что? Все в порядке? Да-да, это мой свидетель. Вот мой свидетель. Да, тебя всего можно ожидать. Ну как, Сергей Георгиевич? Пока никак. Вы, наверное, разводите там психологию? Нет, не развожу. Да не колюсь я, не колюсь! Это она кричит? Да, Семен Семенович, она. Распустили. Вы с ней построже, не деликатничайте. Где надо, там по столу стукните. Я буду ждать конца допроса. Затянули, Сергей Георгиевич. Вам же санкция на арест потребуется. Понял. Ну, накачал тебя прокурор? Хочешь, я тебе устрою очную ставку с Курикиным? Ведь я его не желаю. А, не хочешь? Не желаешь? Я ведь знаю, почему ты не хочешь очной ставки с Курикиным. Че ты? Ах, артистка, ах ты, смотри, ни один мускул на лице не дрогнул. Какое самообладание. Зачем дрожать-то, действительно? Знаю я, почему ты с ним не хочешь встречаться, знаю. Че ты возникаешь? Что я возникаю? Что ты из себя строишь, мелочь? Ты же не мелочь, Мария. Ты крупная птица. Чего? Курикин в ту ночь во дворе своего дома был убит ножом в спину. Что я возникаю? Как это? А вот так, подло, ножом в спину. Рассказывай. Протокол его читал. Мы его допросили в машине, потом отпустили на собственную смерть. Ну, говори быстро! Что должен рассказать тебе? Что рассказать? Что ты из себя изображаешь? Ты что, думаешь, меня эти 800 рублей интересуют? С этим участковый инспектор разберется! Что ты хочешь от меня? Чего ты хочешь? Где соучастник? Где деньги? Где нож? Да ты что? Честно, какие деньги? Ты что думаешь? Что я думаю? Что ты наводчица, Мария. Если можешь, берешь деньги сама. Не отберет твой соучастник. А Курикин лишний свидетель. Когда смывалась, ты сказала, чтобы его убрали. Вот что я думаю. Нет, это не я. Я не знаю ничего. Ты знаешь? Тогда помоги найти убийцу, если ты не знаешь. У нас нет времени, Мария. Я все поняла. Мы и так много потратили времени с тобой здесь, в Валандере. Все, что можно приписать. Что приписать? Все. А ну-ка, вставай, одевайся. Быстро. Зачем? Зачем? Поедем в морг. Я предъявлю тебе на опознание труп Курикина. Ну-ка, встать. Быстро. Я тебя умоляю просто, ну, пожалуйста, не надо, я все расскажу, все, тебе про деньги, про что хочешь, расскажу, пожалуйста, я прошу. Сядь! Быстро сюда, сядь! Пиши. Сколько украла? Ой, что, писать? Сколько украла денег? 1370 рублей. Где они? Все потрачены. Я говорю, все потрачены деньги. Пишу, пишу, все целы. Как целы? Ну так. Где они? Спрятаны. В надежном месте. В каком? Покажу. Что подсыпало в водку? Сильное снотворное. Снотворное.
написано собственноручно. И распишись. Все? Если все, то все. Подпись. Слушай, да это бабушка убийство не совершала. Самое главное, это господи. Что? Сергей Георгиевич, для очной ставки явился гражданин Курикин. Ждет в коридоре. Прости меня. Разозлила ты. Довела ты меня, Мария. Ну, успокойся. Прости меня. Дай побить. Весь день не пила. Родителей? Родители, ты живы? Нет? Живёхоньки. Где они? Да, отец шатается где-то. Мать замуж за другого вышла. Меня отдала. Детдом, интернат. С тех пор и не виделись. Нянька одна показала мне ее. Подошла к двери, раз пять подходила. Стою и думаю, чего скажу-то ей. Зарево только. Ты вот меня за деньги сажаешь. А она ребенка бросила. И чего? Собачка гуляет, муж с портфелем ходит. Ну, в конце концов, твои, таких, как твоя мать, единицы. Эта единица мне досталась. А была бы я приличной. Знаешь, что сделала бы? Взяла бы из детдома штук пять ребятишек. А вечером кормила бы всех, мыла. Сказку каждому бы рассказывала. Все про совесть говорят.
А я ее ребенком представляю. Это тебя уже колотит. Тебе до лампочки все мои разговоры-то. Уж до лампочки. Ну, у самого дочка во второй класс ходит. С косичками. Смешная. Ты накинь. У тебя у самой-то чего детей нет? Ну, можешь не отвечать. А чего? На проезжей дороге трава не растет. Понимаешь, ну, все можно объяснить, все. Я за ночь все продумал, все. Первое, пришел. Ну, моя сразу. Где был? Встретил друга, с которым учились в школе. 30 лет не виделись. Так. Представляешь, тут встретил друга, пришли к нему. Почему? Значит, с похмелья. Ну почему? Потому что у него было серебряное свадьба. Представляешь, все нормально, все объяснимо. Где 800 рублей? Тоже объяснимо, тоже придумал. Друг работает в мебельной промышленности. Так. Обещал к понедельнику достать мебель. Кухонный, все же мне надо. Все нормально, пойми, все нормально, но... Ты как объяснить, где я дел обувь свою? Так дал поносить другу. Не смешно, не смешно. Что же вы от нас хотите? От вас, ничего не хочу от вас. Дайте справку, что потерял обувь при задержании опасного преступника, шучу. Ой. Неужели твоя судьба никого не интересовала? Да нет. Чего же интересовались? Участковый беседовал по душам. А я как увижу, что он по службе это делает, так грубостями ляпает. В доме один воспитатель живет. Вы, говорит, при ваших физических данных могли бы выйти замуж даже за морского офицера и жить на благо общества. А сам Физаков-то глазами стреляет. На фабрике дядя Гоша меня наставлял. Ты, говорит, Мария, трудись, ибо наша жизнь есть удовлетворение материальных потребностей. Неужели я для того и родилась, чтобы удовлетворять свои материальные потребности? А для чего? Ты согласен? Для шмуток, для жертвы существуем. Ну, ладно. Жертвуй. Работа – это первый кирпичик жизни. Да вкалывала я на фабрике. За ночь. Вкалывала? Ты хоть раз-то потела, уставала от работы? Нет, только от жары потела. А ты потел-то где? Здесь? Я заочно кончил. Так что и на стройке попотел, и в экспедициях. Ну и что, приятно? Приятно. Человеком себя чувствуешь. Я и здесь устаю. Да хочется посадить человека. Посадить не посадите. Но раз такая дрянь перед тобой, смотришь на него и думаешь, ну где же он еще-то будет держать ответ, если не перед тобой? Перед Богом. Знать бы, что Бог есть, я бы успокоился. Раз Бога нет, так вот, я судьей вместо него. Ты вместо черта. А радость бывает. Человек сознался, глядишь, исправился. Мать придет за сына благодарить. Иной раз письмо из колонии получишь. Я тебе тоже телеграмку отстучу из колонии. Я работать люблю, приятно.
Можно я тебе сигаретку стрельну? А от меня все работы противные. Неправда. Одну твою работу я знаю, которая какую? Не противна. Какую? Детей воспитывать. Я? Ты? Детей воспитывать. Ну, завернул. Вот умора-то. Я воспитываю детей. Кто мне их доверит? Пока никто. А выйдет из колонии, поверит? Вот тогда посмотрим. Поработаешь, поучишься, докажешь. Тебе есть главное, ты детей любишь. Поняла? Ты это говоришь для воспитания? Да ладно, я с тобой как с приятелем, а ты... Вот знаешь... Если б только мне детей. Я в ночь не спала. Каждому сказку рассказывала. Очень многие не знают, что такое мать. Да. Говорил, не курящий. Да не курящий я. Не курящий. Так. Товарищ следователь, ну так что? Не знаю. Нет, ну, да я не об этом. А вот там Курикин интересуется, ждать ему или нет? Передайте, что очной ставки сегодня не будет. Я его потом вызову. Да, извинитесь перед ним. Неохота тебе с этими ловеласами общаться. С кем, с кем? Ну, с мужчинами легкого поведения. Вот видишь, ловеласы, донжуаны. А женщин в таких случаях зовут нецензурно. Знаешь, кого больше всего не люблю на свете? Следователей. Мужиков. Ой, Ли. Весь навар-то с них был. Ты что? Я только поем за его счет. Обчищу и сбегу. Я домой-то никого не водила. А любить? Любила кого-нибудь? А что это такое, любовь? Это когда одному человеку хорошо от того, что другому хорошо. Да? А я так думаю, что любовь, что Бог для старушек. Говорят, говорят о нем. А где он сам, никто его и не видел. Эк тебя. Значит, и тут не совпало. Да с чем не совпало-то? С Ромео и Джульеттой, что ли? А хотя бы. Где ты их видел-то? В общем, дворце ли бракосочетание? Выпилиться, расфуфериться. Личным счастьем, как бельем трясут. Показуха все это, а не любовь. Да. Говоришь, любви нет. А я любил. Так ничего и не было. А чё ж не было-то? Вроде было. На фабрике я работала. За мной один парнишка. Слесарь ухаживал. Такой смешной. Заботливый был. Пирожки приносил. Проходной всегда ждал.
А с фабрики-то я уволилась. Думала, с парнишкой завязана. Прихожу, к дому стоит с пирожками. Хороший был, не пьющий, заботливый. Бывало, пельмени принесет, уйдет, пятерку оставит. Я тогда без копейки сидела. Глаза у него были такие лохматые, добрые. Слова умел красивые говорить, жениться предлагал. Дура ты, прости. Верно. Потом в армию его взяли. Я проводила его по-человечески, с цветами. Ну вот видишь, говоришь, любви не видела. Он же любил тебя. Угу. Писем 20 получил. А теперь и писем нет. И где он сам? Не знаю. Только вот стишок из письма помню. Сказать? Скажи. Вспомнил вокзал я. Букет гладиолусов. Скромный подарок прощальный. Как ты от ветра пригладила волосы и улыбнулась печально. Поезд ушел, потекли дни за днями. Письма и нету ответа. Слезы от ветра, а может и сами. Где ты, любимая, где ты? Вот как. Даже улыбку печальную где-то нашел. Знаешь, а ведь это хуже воровства. Хуже кражи. Хуже. Понял, деньги-то почему все целы? Копила. Зачем? Хотела квартиру кооперативную купить, мебель, цветной телевизор. На чужие, не заработанные. Заработать это долго? Да, это долго. Ну вот, а мне надо было сразу. Почему же сразу-то? Ты не поверишь. Ну, разговор настроить с тобой откровенный. Я задумала девчушку из детского дома взять. А если материальных условий нет, кто ж мне ее даст? У меня комната в коммуналке, стул со столом, сам знаешь. Пока заработаю, она и вырастет. Кто ж тебе тунеядствующего ребенка бы дал? Да ты что, я бы все устроила. Квартиру и мебель. И на работу бы. Законно пришла. Чего-то сомнительно, знаешь. Как это сомнительно? А деньги целы, подтверждают. И Динка Тюнина подтвердит. А, так это поэтому у тебя на квартире игрушек-то так много обнаружили? Да, для нее покупала. Как же все надумала? Потому что сама не знаю. Была за городом. Вдруг, смотри, детишки детдомовские идут. И одна такая маленькая, смешная, отстала. У меня в сердце кольнуло. Думаю, в лепешку расшибусь, а возьму ее и воспитаю. А что вышло? Ничего, у тебя вся жизнь впереди. А жизнь-то впереди. Начала нет. Ну что начало? Мало ли кто как начинает. Вон, красивых свадеб много, а семей красивых поменьше. Студенты все какие красивые, подтянутые, все знают. А придешь в какой-нибудь НИИ, сидят зачуханные, посредственные сотрудники. Начинать красиво всегда легче, чем красиво жить. Да не в моих условиях загадывать. Ну, знаешь, Маша, теперь все на условия валят, а палец о палец ударить не могут сами. Сколько мне дадут? Не знаю. Ну, а примерно? Ну, все учтут. Много краж. Не работала, плохие характеристики.
Это минусы. Ранее несудимо. Чистосердечное признание, мотив, краж. Это плюсы. А условно? Не дадут? Маловероятно. Минусы перетягивают. Знаешь, мое самое противное состояние жизни? Когда у Зинки Тюнина в таксопарке пряталась. Так было гнусно. Дала себе слово завязать навсегда. Ты мне веришь? Верю. Даже смешно. Единственный близкий человек и тот следователь. Неужели ты мне веришь? Сказал, верю. А дай слово, что веришь. Честное слово, верю. Когда мне было 16, я очень любила смотреть на зажженные окна. Мне казалось, что там живут красивые люди. Художник пишет картины. Или философ размышляет о нас, грешных. Вот теперь я выросла. И знаю, что за окнами смотрит телевизор. Прости, издевалась я. Да и ты прости за обман. Темнеет теперь рано. Осень. Угу. Все весной любят, а я осень. В лес войдешь, и сердце ёкает. Осины стоят. Красивые, да? Да. Такое же пропащее дерево, как и я. Листьями шуршит. Листья красные, ярче цветов. А вот я цветы разные, красивые, яркие, не люблю. Которые по трешке штука, гладиолусы. Лютики никто не любит, а я люблю. Вообще странная баба. Ну, духов не люблю, правда? Ну? Ну, а чем пахнет, понюхай. Сеном. Травой, а не сеном. Сама изобрела. Тебя Сергеем зовут? Да. Сережа, отпусти меня. Отпусти. Ты что? Отпусти меня. Кто ты? Я прошу тебя, отпусти, ты же мне веришь. Ну, веришь ведь мне? Так что, на каком основании я это сделаю? Да сюда меня не сажу. У меня утром, начальство есть, меня утром, прокурор ждет утром протокола. Все деньги принесу, на работу устроюсь. Будет добровольная выдача. На суд приду, не арестованный, работящий. Сколько плюсов, смотри, сам же говори. Ты понимаешь, что ты говоришь? Ну, деньги я принесу. Я лично я тебе верю. Я с тобой день сижу. Я тебя уже понимаю, как я им-то все объясню. Ну, как же ты мне веришь? Как прялых чистила, веришь. А как будут завязывать, не веришь. Я повторяю, лично тебе я верю. А им объяснить не могу. Мария, прекрати. Раз в жизни поговорил по душам со следователем. Мария, Маша, я для тебя что хочешь сделаю. Я буду передачи носить, деньгами помогу, на работу устрою. Что хочешь сделаю для тебя. Есть у тебя просьба, говори. Есть. Ну? Мороженого купи за 22 копейки. Заткнись!
работают. Гражданка Рукояткина, вы обязуетесь проживать по вашему адресу, являться по вызову в органы следствия и суда и без разрешения последних никуда не выезжать. Ты чего, отпускаешь меня? Отпускаю. Отпускаешь? Подпиши. Быстро, быстро. Что теперь? Завтра в 10 утра придешь сюда, принесешь все деньги. Оформим протоколом добровольной выдачи. Теперь иди. Придешь? Приду. Ну, тогда иди. Рябинин. Вы долго еще там? Товарищ прокурор Рукояткину я отпускаю. Вы что, с ума сошли? Нет, с ума я не сошел. Она завтра принесет мне все деньги. И вы что, ей поверили? А следователю без веры в людей работать нельзя, насколько я понимаю. Ну что ж, вам за это придется отвечать, Сергей Георгиевич. Я ответственности не боюсь. Чего села? Почему не уходишь? Не пойду. Зачем тебе неприятности? Иди. Давай, 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 иди домой. Убирайся, к чертовой матери! Сержант! Можно забирать? Я гражданку Рукояткину из-под стражи освобождаю. Как освобождаете? Вот так. Вот постановление. Сергей Георгиевич, ее нельзя отпускать. Мы ее всем райотделом ловили. Это Матильда. Это не Матильда, а Мария. Завтра в 10 утра она принесет все деньги. Идите. Если я не приду, значит, подохну. Но все-таки я обязан доложить. Откладывай. Там сержант какую-то чепуху мелит. А где Рукояткина? Я отпустил ее. То есть как это отпустил? Как? До завтра. Мошенницу, воровку, нахалку отпустил? Вадим, я в двух словах объяснить этого не могу. Ну, объясни в трех, в четырех, в пяти. По-другому я поступить не мог. Почему не мог? Ты что думаешь, что суд ее оставит на свободе? Я не знаю, оставит на свободе или нет. Ну так я знаю. Много эпизодов, приличная сумма, она нигде не работает. Ее посадят, как миленькую посадят. А ты отпустил ее погулять. Даже если ее посадят, она в колонию должна пойти с верой в людей. Каких людей? Ну хотя бы в одного человека. В тебя. Хотя бы в меня. В себя прежде всего. Но если она завтра не явится, ты что, нам снова дашь указание ловить ее? Значит, я не разбираюсь в людях, и мне не место в следственных органах. И я... Да, о, я. Только я, а мы? Я ловил весь уголовный розыск района. Почему ты начхал на нашу работу? Вадим, ну неужели я тебе это должен объяснять? Ты знаешь, как это называется? Все, хватит. Прекрати, тебе потом самому стыдно будет. Сказал бы я.
Молодец. Сережа, молодец. В чем? Ну, догадался, как поймать мошенницу. Заставил признаться. А я домой не ухожу. Думаю, чем все это кончится. В общем, молодец. Зря хвалишь. Зря, Мария Федоровна. Позволил себе недопустимое. Обманом расколол. Противно. И родилось-то как-то мгновенно, но сознательно. Вот что плохо. Ну что ж. Хорошо, что ты это понимаешь. Обвиняю себя. Еще не все знаешь. Знаю. Знаю. Отпустил. Это дело следователя, только следователя. Твое это дело, и ничего больше. Даже генеральный прокурор не имеет права вмешиваться. Ну, генеральный. А районный-то точно вмешается? Ну, следователю нужно доверять. А не доверять, так вообще не допускать к расследованию. Не переживай. Заступимся. Чего тут сидишь? Отхожу. А ты иди к жене. Давно внизу ждет. Ну. Будь здоров. Всего доброго. На, праведник. А то до дома не доберешься. Не ел ведь. Там Леденцов машину вызывает. Отвезут тебя. Меня Лида ждет. Ну вот с Лидой отвезут. Ребята, ну хотя бы что-нибудь приблизительно по размеру. Подыщите, а? Ловелас. Ха-ха-ха!